بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خوی میکنیم، خورزندی میکنیم، جانی بابا جانی بابا نه خطش 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 Мужики, идите сюда. Дрэденский. Дрэденский.
Ладно, мат. Что-то у них вообще, Галя, денег-то нет? Откуда у них у дерьма? Оружие одно. Засранцы. И тетку Ларри Тагаев. Эй, там кто-нибудь, помоги мне. Сейчас. А помнишь, в прошлый раз в Шарпу были? Да ну ее нафиг! Че, оглох, что ли? Ну че ты ловишь-то? А ну отойди в сторону! Отойди, я сказал! Черт! Товарищ майор, броня идет! Раненых в один вертолет, убитых другой. Уходи давай! Уходи, сказал! Отставить! Встать, блядь! У него руки в крови, а сам целый! Это он, сука, ребят наших резал! На! Хватит, сержант! На нахмату! Буря еще! И замени мост! Чудо еще, омоги! Буду кидыга набинута! Что он говорит? Ругайся, товарищ мэр. А точнее? Зачем сюда пришли? Здесь не ваша земля, здесь наша земля. Мы вас сюда не звали. Что все равно мы вас будем резать и убивать. Ну, такое все. Куда их? Пленных на броню, на третью. Машины сжечь. Это все. Встать! Пошли в прием! Ну, давай, прием! Давай, родные. Иди сюда. Давай, вперед. Вперед, мне пора зайти. Лезь. В чем я болей? Лезь. Зачем, Саша? Приходи ту. Его начинай магад. Давай сюда. Тарамовску. В чем я болей, мара? Патасак. Ну, счастливого пути. А теперь бегом. Бегом! Морду! Я хлою! Кумаку! Держи! Давай сюда. Пленные все? Один пытался убежать, пришлось применить оружие. Иванов! Правильно я говорю? Так точно. Ну давай. Нету его. Он еще не вернулся. Здрасте, товарищ подполковник. А что это вы так вооружились-то? А? Да курица вот. Ну, в союз же не возьмешь. Думал, голову отрубите. Она несется. Ну да, несется. Откуда? Это вы че, Катенька? Насчет петуха сомневаетесь? Ну да. А для этого дела и петух и не нужен. Ну да. Как это не нужен? Как ты без петуха-то? А это...
Называется жировое яйцо. Да? Повторяю, в принципе, петух не нужен. Травма. Да. Подождите. Вот. Нет, нет, товарищ подполковник, я это яйцо есть не буду. Берите. Нет, ну что, повторяю, ну не надо. Оно ничем не отличается, кроме того, что из него цыплят не будет. Не надо. Берите. Бросит он вас, Катя. Ну, это уже мое дело, да? Вернись. Нравишься мне, Катя. Не говорил вам этого, но... Давно нравитесь. Это ведь из-за вас я терплю. Ну, что вы с ним так вот открыто живете. А вообще-то я должен был бы... Да вы что, серьезно? Да я понимаю, что глупо это все, наверное. А по отношению к Михаилу так и подловато, но уходим ведь. Ну, кто знает, свидимся ли еще. Ну, в общем-то, действительно подловато. Бросит он вас. Не тот он человек. Чудной какой-то. Странный. Его из академии за это поперли. А потом... Ну, у него же семья в Москве, дети, а я один. Поженимся. И куда бы нас потом не послали, у нас везде будет дом... Получше этого и огород, и куры. А свой дом – это свой дом. И яйцо свое, оно лучше. Потому что свое. А вот даст Бог служить на Украине, так яичницу будем с салом есть. А на Дальнем Востоке с черемшой. Но лучше с салом на Украине. Нескладно говорю, но я просто в том смысле, что везде устроимся, не пропадем, корни пустим. Семья у нас может быть. А насчет Михаила я не вспомню. Ну, спасибо вам, товарищ подполковник. Зато я вспомню. Пошел. Извините, разрешите обратиться? А, это пиво. Свежее. Старший лейтенант Стеклов, прямо из округа. Разрешите узнать, как пройти в штаб? Бандура. Не понял? За мной. Миша! Бандура! Миш! Что, приехали уже? Что так поздно? Пленных надо было сдать. А я твоего солдата не довез. Номер прямо на борту. Обидно. В самом конце. Я на концерт пошел. Розенбаум поет. В Союз хрен попадешь. Бандура! Привет! Ну чё, сам ходил? Не имётся тебе? Ну только честно, ты их разбебенил, а? А это кто? Не как пленный. Симаков, опять надрался. Ну ладно, я тебе кто? Я тебе зал в клубом артистов, я тебе достал, все свободен. Мишаня! У нас все никакое число. 13 мая, пятница, а в понедельник стройными рядами собираем манатки. Да, веселый у вас зав клубов. И работа не пыльная.
сынок. Профессию. Давай на меня! Здесь. Пока. Пойдем, Сил, пойдем, прячь меня, прячь. Приказываю жить, несмотря на 13-е. Слушай, Сил, ты такой добрый. А чем дальше ты добрый? Да, не повезло мне. Приехал, так сказать, в нетипичное время. А вы давно здесь, товарищ майор? Давно? Ну, вижу, что давно. А меня, кстати, Никитой зовут. Да, жалко, товарищ майор. Народных денежек жалко. Сколько ж на все это угробили, а? Кому все это было нужно? Никому этого не говори, понял? Понял, товарищ майор. Но это мое мнение. Твое. Ну, вообще-то сейчас об этом газеты пишут. Поехал. Вещи оставишь пока у меня. Ладно. Да, чемодан. Ага. Ух ты, какая штука. Можно посмотреть? Угу. Классная вещь. Я тоже такой хочу. Нравится? Да. Твой. Да вы шутите? Мы на Востоке, такой обычай. Если что-то нравится, дарит. Спасибо. Так не смешно? Нет, в самый раз. Помоги развязать. Да-да, конечно. Ты ему родственник? Кому? Сам знаешь, кому. Да, родственник. Сын. Но это, кстати, ничего не значит. Слышишь, товарищ майор? У него своя жизнь. У меня своя. Я как училище закончил, сразу сюда попросился. Да вот отец приказал, меня не пустили. Так что проболтался я в этом Ташкенте, как говно в проруби. Вообще у нас в Союзе ничего достать нельзя. Я слышал, кстати, здесь можно видик купить. Да, вполне. За рубли или за чек? Да, можно рубли. Это хорошо. Я вообще смотрю, у вас здесь жить можно. Даже жалко, что это все заканчивается. Почему? Еще успеешь повоевать. Правда? Сейчас я доложу в штабе, что мы раздолбали большой караван с оружием и боевиками. Ну? Потри мне спину, пожалуйста. Да-да, конечно. А что, вода горячая? Холодная зимой бывает. Так вот, в штабе решат, что караван шел в кишлак Кахель на усиление отряда Адиля. Есть тут такой афганский чифай. Скорее всего, караван вообще шел в другое место, но это не имеет никакого значения. Спасибо. Да не за что. Важно другое. Караван мог идти на усиление Адиля. Значит, надо принимать меры. И мы их примем. Вот так вот. Командир прикажет мне. Я дам приказ своим ребятам, и мы разнесем кишлак к кедрине матери. Правда, Адили там уже не будет, но это не важно. Так что еще повоюешь. Красную звезду я тебе гарантирую. А что, другого выбора нет? Сдохнуть. В любом другом случае за тебя подумают.
И скажут, что делать. Пиво открывать? Я тут еще рыбку привез, колбаску. Достать? Нет, потом. Ну ладно, за что пьем? Пей молча. Здрасте. Здрасте. Целый? Да, цел. Старший лейтенант Стеклов прибыл исполнять свой интернациональный долг. Чё-то поздновато. Меня Катя зовут. Никита. Выпьешь с нами? Да нет, ты что, мне надо на дежурство. А я вам лучше сейчас быстренько отбивную сделаю. Нет-нет, что вы, мне не нужно. Садись, чё-то. Товарищ майор, мне в штаб нужно. Концерт закончился? Ага, сама видела, как артисты уезжали. Значит, командир в штабе. Сейчас пойдем. Ну, так может, я лучше вас на улице подожду? Давай. А вы знаете, вы к нам вечером на ужин приходите? Спасибо. До свидания. До свидания. Так это что, со Стеклова? Угу. Ему в Духан нужно. Хочешь с нами? А Таню можно взять с собой? Можно. Так слушай, если он ужинать придет вечером, я тогда вещи не буду складывать сейчас. Угу. А тебя жена в Термезе встречать будет? А представишь, я в Союзе к тебе как-нибудь завалюсь, а? Миш. Извини. Ну, я с летчиками до Баграма, а там в Ташкент. Да, правильно. Миш, тебя человек там ждет. Подождет. У меня мясо сгорит. Да хрен с ним. Часы японские? Неужели здесь достать можно? А то. Группа пехотного полка напоролась на очень крупный караван с оружием. Вся группа погибла. Предположительно, караван шел на соединение с Аделем. В каком смысле предположительно? Начальника каравана мы ухлопали. А, ну да. Караван уничтожен. Наши потери один раненый. Умер при транспортировке. Есть пленные. Рапорт написал? Так точно. Предложение. Выдвинуть вперед батальон, усилить посты. Ну, как обычно. Значит так. Утром загрузишь 50 автоматов, патроны, 10 мешков муки, деньги получишь в спецчасти. Отвезешь это Адилю прямо в кишлак, вот так. Зачем? Затем, чтобы уйти без потерь. Откупаемся, значит? А вот это вот не наше дело. У меня приказ. Там у КПП инженер должен быть этот сраный Гулахан. Вот договорись с ним о времени и о деталях. Войдите. Товарищ командир, разрешите? Да. Каузбилл. Забирайте только поживее. Теперь дальше. Ты уже знаешь, чей это сын? Так точно. Лапа мохнатая это называется. Мне уже звонили. Это касается лично тебя. Есть пожелание, чтобы боевой, опытный, храбрый офицер взял над ним шефство. В каком смысле?
Тукане есть все. Но покупать видик в Тукане просто глупо. Если брать, то его надо брать в Березке, в нашем военторге. 3 раза дешевле. А продавать надо именно в Тукан. Там за него тебе столько дадут, что хватит на 6 шарпов. Магнитофоны в смысле? Ну, 5 продаж в Союзе, а 6 оставь себе. И на видик. И на видик хватит, и на колготки бабе, и еще останется. Ну, что и требовалось доказать, старик. Старший лейтенант Стеклов, давай. Ну, пока, увидимся. Ну, заходи. Не забывай. Значит, вы к нам на оставшееся время? Так точно, товарищ подполковник. Ну что ж, это хорошо. Знавал я вашего отца. Ну, не лично, конечно, но имел удовольствие служить под его командованием еще в 68-м году. В Чехословакии? Да, эх, какой денек был славный. А как все было организовано-то? Одно слово, Европа, не то что тут. Тихие сознательные люди, никакой стрельбы, культура. Они нас позвали, мы вошли. Да, стратегически это была хорошая операция. Но политически это себя не оправдало. Это кто же это вам подкинул, товарищ старший лейтенант? Ну, как-то папа дома рассказывал, а что? Потом это по телевизору говорят, и вообще это уже везде известно. Ну ладно, в общем. Мы простые солдаты, это пусть там теоретики спорят, а мы будем исполнять свой долг. Устраивайтесь пока. Вот поручаю вас покровительству и заботам майора Бандура. У нас человек известный, храбрец. Так что прошу любить и жаловать. Вопросы есть? Никак нет, товарищ подполковник. Ему в Духан надо. Небольшой подарок для мамы. Ну, это святое, конечно. Организуйте поездку, о чем разговор. Но я, разумеется, об этой поездке ничего не знаю. Женщина нужна. Это в каком смысле? В смысле посоветоваться. Ну, ну пусть наши дамы и поедут все, кто хочет. Ну, пусть купят там чего, кто не успел. И идите свободно. Салам алейкум, командир Сайд. Здравствуй, Гулахан. Сын? Старший. Тоже Гулахан. Младший еще есть. Куда везти оружие? И муку. Один просит 10 мешков. Понятно. Куда везти? Прямо к кишлаку, командир Сайд. Только ручей не переезжает. Та половина кишлака не его. А сам где живешь? На той стороне. Я не воюю. Что делать, командир Сайд? Вы уходите. С кем же я останусь? Он просит, я делаю. Вы просите, я делаю. Вот так и живу. Когда везти? Утром. Адил снимет посты. Что значит утром? Ты же в Москве учился. Я-то в Москве учился, а Адил в Москве не учился. Сказал утром, больше ничего. Выезжаем в 8:00, ясно? Хорошо. Просьба, командир Цоев. Младшему обрезание сделали. Температура поднялась. Аспирин привези, пожалуйста, а? Хорошо. И еще дом устрой молодой жене. Комнату хотел сделать. Ящики из-под снарядов нужны. Привезешь, а? Командир сказал привезти 10 ящиков. 10 мало. Штук 25-30. У меня нет ящиков. На складе всегда можно договориться. А я тебе Panasonic подарю. Хочешь посмотреть? Почти новый. Инженер! У меня нет ящиков. Держи, Петро. Хорошая погода. Почему не отвечаешь, когда спрашивают? Так точно, товарищ гвардии сержант. Такая погода, а ты такой бледный. Ну, давай. Халцуил, понюхай. Зачем, товарищ гвардии сержант? Ну, ты стирал, ты нюхай. Ну, а теперь мои понюхай, чтоб сравнить. Ну, давай, давай. Я тебя прошу, чтоб ты сам убедился, что я к тебе не придираюсь. Не стесняйся. Я тебя прошу, чтоб ты сам понял. Давай. Не приказываю, как друга прошу. Да. Ну что? Внимай. Молодец. Ну как, нравится? Еще один идет. Что нет? Разницы нет. А знаешь, почему ты так халтурно стираешь? Отвечай, как положено. Никак нет, товарищ гвардии сержант. Врешь. Знаешь, ты что же мне врешь? Я же твой командир, ты должен говорить мне только правду.
Отвечай, я так халтурно стираю, потому что я драчу. Ну, я жду. Ну ладно, можешь не отвечать, я и так знаю, почему ты такой бледный. Тебе же надо спортом заниматься. У тебя разряд по вольной борьбе. Ну, давай. Ну, нападай, покажи. Давай! Слушай, сука, ты никогда не победишь, потому что ты дрочишь, понял? Арсена, тебе что, делать нечего? Что происходит? Да это мы шутим, товарищ майор. Выезд 14.00 КПП, понял? Есть КПП. А он, случайно, не родственник? Сын, только ты не говори никому. Я никому не скажу. А может, это моя судьба? Ты видел, как он на меня смотрел? В Москве будешь жить, в высотном доме. Домработницу возьмешь, сопли ему подтирать. Тебя возьму. Помни, каждую секунду каждый из этих говняков может совершить провокацию. А ты должен оценить. Оценил правильно, живой. Совершил ошибку, погубишь товарища. Я тебе тогда ноги из жопы выверну. Сколько же их у вас? А свободные есть? Да. Пардон. Давайте я дубленку куплю. Да какая дубленка, жарам мозги. Слушай, Миша, Тане этот Стеклов понравился. Давай ее тоже пригласим вечером. Пусть приходит. А? И зачем вам брыза, товарищ? Пойдемте, я вам такой костюм брыза покажу. Моя воронка, вот. Зачем деньги брыза зря тратить? Брыза, Саев.
Гош, Гош, тогда, Гош, тогда, Гош, ты гол. Кино и сада вон. Гуд бахар. Гуд бахар, гуд бахар, чем на кухне. Купи, товарищ. Купи. Купи, товарищ. Купи, товарищ. Не надо. Так. Хороший, хороший. Да нет, не очень хороший. Вон тот, покажи. Вот это, вот это на. Подожди, одна. Сейчас, одна чёрт. Сколько стоит? Одна. Сколько? Дюазу. А нам где? Чёрт. Бифармуэ. Здрасте. Угу. Да. Я тоже таких хочу. Смотри, возьми. Вот эти. Проснись, Иванов. Смотри гранату под лужей, проспишь. Стой. Ты что? Стой! 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 Стекло. Скажешь, у него была граната. Уходим. По машинам! Сёна, вещи машины, смотри все. Девочки! Все. Открой задний борт! Все в порядке. Камаш губа. Быстро. Все в порядке. Быстрее. Быстрее давай. Тихо. Слушай, давай. Тихо. Все нормально. Все нормально. Назад. Назад. Попов, объясняй. Помоги. Ну пошел. Пошел скорее отсюда. Пошел. Назад! Все, назад! 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 Ну ничего, будем, как говорил Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. А солдату что будет? Да уж будет. Ты хоть успела отовариться-то? А я всегда что хочу, то беру. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Пусть не возвратна ночь, не одинок твой дом, еще идут старинные Салам алейкум. Салам. Чтур асти? Хубастун. Хубасти? Бале. Бачай кисти? Бачай Гулахан. Гулахан. Калан шуди. Амин жустин? Бале. Я?
за воплощенный порядок. Я настоящий пунктуалист. У меня все записано, все проверено, все на месте. Ни у одной женщины нет такого порядка, как у меня. У меня даже есть хобби. Когда я в Союзе нахожу деньги... Какие деньги? Ну, монетки, копеечки. Я их заворачиваю в бумажечку и над каждой написываю, в каком месте, при каких обстоятельствах я их нашла. Да, у меня даже есть специальная тетрадочка, где я черчу график жизненного везения. Вот больше монеток. График жизненного везения идет резко вверх. Меньше монеток вниз. Здесь, конечно, график резко понизится. А почему же? А ни хрена копеек никто не теряет. Да. Что ты говоришь? Вот как. Я тоже так попробую. А почему мы не пьем? Тосты жду. За знакомство. С удовольствием. Откровенно говоря, у вас здесь, конечно, кошмар, но мне все время кажется, что со мной происходит что-то хорошее. А у нас в полку вообще очень все хорошо. Катюль, ты что, не пьешь? Ребят, ну что вы вставились в телевизор, ну и богу. Ну что там? Ну что? Что-то талдычут, талдычут, а что талдычут? Я никак не могу понять, не врубаюсь. Приедете в Союз, поймете. Ну да, стану я в Союзе телевизор смотреть. А что ты там будешь делать? Делать не пожалеть. Ну я найду занятие. Богатая, как я погляжу, у вас программа. Но вы как чем собираетесь заниматься в Союзе? Да. Ну, я сразу куплю себе квартиру, потому что я всю жизнь в коммуналках провела. Потом я себе куплю роскошную мебель. Не купите. Почему? Потому что к инвалидам по записи. А я в Березке куплю. Березку закрыли. Да? Угу. Ну, тогда я поеду отдыхать. Сразу в Прибалтику. Там вода холодная. И в Прибалтику не поедете. Почему? Закрыли Прибалтику, там экологический кризис. Ну, не знаю тогда. Тогда мне вообще, наверное, лучше здесь остаться. Правда, я отвыкла от Союза. А в отпуск приезжаю, ничего не понимаю, все не так, как у нас. Где это у вас? У нас это в Афганистане. Ты здесь сколько? Я? 3 года. 3 года. А я уже 5. Знаете что? Давайте выпьем за то, что это были лучшие годы нашей жизни. Ты что, Миша? Ты что? Может, я что-нибудь не так сказала? Ничего. Извини. Ничего. Ничего. Извини меня. Миш, не надо тебе пить больше. Почему? Потому что хватит уже. Потому что ты так решила? Решил за меня? Почему все решают за меня? Мне пора. Вы меня проводите? Конечно. Скажите, Тань, а что это Бандура? Ему 100 лет... Простите. А он все еще майор. А это ему один генерал гадит, потому что он его дураком обозвал, когда он еще в академии учился там, в Москве, в Союзе. А, так это он. А вы что, слышали, да? Ну, слыхал, слыхал. Скажите, Тань, а вы одна живете? Где, здесь? Или в Союзе? Нет, здесь, здесь. Нет, еще 2. Да. Тогда мы, может, с вами пойдем погуляем? А здесь негде. Ну, почему негде? Хотя бы вон там, за офицерской столовой. А там совсем темно. Ну и хорошо. Ты про меня Жене расскажешь? Если спросит. А если не спросит? Странный вопрос.
Но ты так мучаешься. Не надо. Я ж тебе не навязываюсь. Я прекрасно понимаю, что здесь одна жизнь, а там совершенно другая. И что здесь кажется важным, там абсолютный бред и ерунда. А за меня ты не волнуйся. Я не пропаду в Союзе. Я приеду замуж, выйду. За кого? Ну, глупый вопрос. За кого-нибудь выйду. Ребенка себе рожу. Мне сейчас самое время. Ну, так и будем жить. Ты где-то, я где-то. Ну, наверное, Таня права, что это были лучшие годы нашей жизни. Во всяком случае, моей. Ты знаешь, я тебе не рассказывала, а у меня был до тебя лейтенант один. Ну, наш медик, он уже уехал в Союз. Ну и что? Очень похоже расставание. Ну ладно, я посуду соберу. Миш, не надо. Что с вами, Катя? Чоп! Чоп! Ну что, давай. До Союза я пас. А что ты там все читаешь? Что ты все хочешь вычитать? Ну? А вот и вычитал. Тут написано, что Пушкин был очень меткий стрелок. Лежа из пистолета, он развлекался стрельбой в мух. И что, попадал? А то... Либо мухи были такие большие, либо это все параши. Я, по-моему, запросто я попал. Из Макарова. С одного раза. Можем не попадешь. Почему? А потому что ты щуп. А не Пушкин, Пушкин. Это я не Пушкин. Ты не Пушкин. Мажем на бутылек. А сейчас ночь, и мухи не летают, и мухи все спят. А, вон она, вон, вон сидит. Где? Вон чернеется. Это ты, Симаков, не Пушкин, не везде Маруся, а? Что, я не Пушкин? А ну, где твоя муха? Давай, вон, сюда. Что делаешь? Я же ищу девушка. Я себя для мужа берегу. Ой, ой, ты женишься на мне, женишься на... Я не думаю, чтобы Пушкин стрелял в мух с положения лежа, либо с упора. Так каждый дурак попадет. У Пушкина наверняка мухи ползали по потолку или по стеночке. Вот. Ради Аллаха, пускай ползет по стене. Поправка на ветер.
Спокойно, спокойно. А я спокойно. Готовься, Маков, пол-литра. Что ты делаешь? Что это? Патруль. Нет, ты не Пушкин. Ты не Пушкин. Телобалдиев. Наверное, всегда выделяется за пятерку. Смотря в каком контексте. Дорогая мама, через 3 дня мы будем в Союзе. И я, приеду домой. Проси у дяди Давида, если мне в Израиле снова придется служить 3 года в армии, то я не поеду. Так что мебель пока не продавайте. Все правильно. Думаешь? Пиши дальше. Сучки покороче и затылок подровнее. Неси, братан, будешь как Майкл Джексон. Посмотрим, посмотрим. Ну, чего ты боишься? Карлика, духа не замочил, дай бог. А иголки боишься? Смотри, хочешь такого? Ага. На, выпей. От себя отрывай. Ну. Давай, Денис. Дай ему покурить. Ага. Че? Не жмись. Завтра в кишлаке возьму, отдам. Черт! Анестезия, молодой. Слушай, настоящий десантник боли не боится. Вась, покажи ему. Че, я клоун, что ли? Да ладно, покажи, не ломайся. Бутылки нет. У меня есть. Тащи. Видал? Убрал, молодой. Озверели вы. Ты че, сынок? Спокойно, Вася. Послужит с нашей тоже. Озвереет. Давай, Денис, работай. Ali soyup insanı buraya istedim. İpi adara aspeş hanitin terimişe. Bale aspeş hanitin terimişe. Bala khan ana çen nefer istedim. Durus ne midem soyup? Meyfon. Bu çen nefer istedim. Guftam ki durus ne midem. Şöyle der hududu 20 nefer boşandı. Нуши, Джон Гнет. Вы фармует. Вы уж тебя распали. Вчера в рейнджа уйди. Чего рано будет? Уйдет ему, ман. Бывай рам, когда. Ман. На кошмару. Бамо даран рам, кун. کودکانی من سرگردان میمانند. من ولی مغزم خراب نکن. ما باز کارهای مهمتری داریم. من که همراهش زندگی کند. تشکر سویب زنده باشه. Иванов, в чем дело? Ты чего это? Дай сюда. Иванов, дай сюда.
Ты меня слышишь? Ну, давай, давай. Я прошу тебя, дай. Ну, ну. Ну, ну давай. Ну. Ну, что это? Ну. Дай сюда. Разожми руку. Ну. Слышь, разожми, дай. Ну. Я тебя прошу, ну. Она в печке, она взорвется. Ну вот теперь сжимай, ну. Давай, разожми пальцы. Слышь, давай, разжимай пальцы, все, ну. Я держу. Не могу, товарищ майор. Я держу, все, разожми пальцы. Давай, отпусти, вот так вот. Вот по одному. Так, вот спокойно, по одному. Вот так, давай. Давай, давай, молодец, давай. Вот так. Вот еще. Зачем? Товарищ майор, сержант Арсенов, по вашему приказу. Кто делал татуировку? Настучал, сука. Ну что, сержант, согреемся? А не ушибу? Ничего, спишем на боевые. Лучше не надо, товарищ майор. Давай, давай. Не ушибся? Злее буду. Ты, сука, если с Ивановым что-нибудь случится, я буду очень недоволен. Понял? Понял? А? Понял, понял. Вот так. Часы чуть не сломал. Так, спать тебе уже не придется. Проверь, загружена ли машина. Выезд 5:00. Вопрос можно, товарищ майор? Что же вы не заступились, когда из меня старики и солдаты делали? Или вы не знаете, кто мне зубы выбил? Здрасте, товарищ подполковник. Чё ты? Может, теперь на ты? Чё ты вскочил в такую рань? У меня самолет 12 часов. Ой, перенесли на завтра. Да? Но мне все равно еще вещи нужно собрать. Подожди, по завтракам чайку попьем. Спасибо, я не хочу. Катя. Ты самостоятельный человек, ты можешь делать то, что ты хочешь. Только помни, сломать легко, а склеить трудно. Ну, не любишь ты меня сейчас. Ничего. Зато я тебя люблю. Чего ты? Опера такая просто есть. Живее, живее, ребят. Живее, ребят. Садочка не кричала, да? Ребят, давайте быстрее, а жрать. Маргарита, да, 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 да,
А что, товарищ старший лейтенант? Если они нашим же оружием, нас же и того. Перестаньте, Анисимов. А чем мне переставать? Я с ними полтора года воюю. Скажи, Денис. Зачем болтать? Больше не будете. Кончилась война. Извини, командон Сой. Но 5 минут опоздал. Это Адил Куманн Соев. Все эти годы он с тобой воевал. Манура Мешнус. Иду Бородара Шав. Харихвари Маракушас. Эхим Уголо. Мехмонаст? Мехмон Доди Худост. Он говорит, что тебя знает. Ты убил его 2 братьев и мужа сестры. Но ты сейчас гость, а гость дар Аллаха. Он тоже убивал. Убивал моих братьев. Командан Саид Мегаткин, ты ам Барадара не урок, что и? Барадара не урок, что и? Он говорит, что твои братья не были его гостями. Все, товарищ майор. Если хочет, пусть пересчитывает. Командан Саид Мегаткин, ты ам Барадара не урок, что и? Прости его, командан Саид. Кто он был до войны? Пастух, не Чират. Ага. Зато сейчас Чапаев. Извини меня, командан Сой. Я тебе правду скажу. Те, кого вы не убили, к нему пошли. Ну, а ты? Ты-то не пошел? Мне хуже всех. Я между вами и ими. А есть еще другие. Есть еще правительство. Все воюют. Вот твой аспирин. Спасибо, командир Сой. А ящики могу забрать? Давай. Глухон, санукоробахону бубар. Ему же тяжело. Он уже взрослый. Скажи ему, пусть распишется. Мзубикун. Угу. Все. Все хуб. Туспалах бьер. Могла бы все джихад мекене. Он говорит, привези еще оружие. Он долго еще будет воевать. Но это уже без меня. И наш Биман. Бамоне худо. Вниз, укрыться за броней, быстро! Thank you.
Серик, в танку быстро, пусть дорогу очистят. Вперед, Серик, не бойся. Ну чего ты, сынок? Давай, вперед! Ранен, товарищ майор. Давайте сюда, товарищ майор. Рядового в морг. Этот старший лейтенант его сын, а солдат помер. Как вы переднее шасси сменили, у меня второй солдат на борту помирает. Беру шасси, кидай не пени. Вон твое начальство едет. Товарищ подполковник. Стеклов жив? Ранен, повезли в операционную. Состояние? Тяжелое. Рядовой Седых убит.
На Украине хотел бы служить. На Украине хотел бы служить. Да какая нахер Украина? Это ж трибунал. А ты куда смотрел? Тебя зачем посылали? Ну почему от тебя одни неприятности? Какие? Кто напал? Я не знаю. А что ты вообще-то знаешь? Вот я знаю. Я Адиль напал, понял? Адиль! Приди в себя. Не валяй дурака, Леня. Ты как со мной разговариваешь? Ты? Так и ты со мной. Слушай, а может вообще кишлак этот разнести к чертовой матери? До нуля. Ну, мол, во время мирной передачи хлеба с нашей стороны есть потери. А если это не они? Да и хрен с ними, все они одним миром мазаны. Товарищ подполковник, у вас на связь. Да. Возьми патруль и не пускай его никуда. Сейчас буду. Садись в машину, Гулахан приехал. Ты зачем приехал? Ты знал, что Адиль нападет на нас? Это не Адиль. А кто? Это другие люди. Они живут... Мельницу знаешь? Ну? Они хотят, чтобы вы за это Адила накрыли. Кто эти люди? Из Пешовара. Сын нашего хозяина. Вся долина его. Адиль? А что Адиль? Он сам их боится. Кто Адиль? Пастух. Он теперь и мешает. Откуда ты знаешь? Откуда ты это знаешь? Ну! Они ночью ко мне приходили. Мне трудно ответить, но клянусь Аллахом, я говорю правду. Так почему ты там, в кишлаке, об этом не сказал? Я боялся! Так ты и сейчас боишься, значит, опять врешь. Мне нельзя говорить. У нас об этом не говорят. Скажешь, сука! Кто на месте? Так, если ты и сейчас врешь, мы тебя расстреляем, понял? Вы не знаете наших обычаев, Куманон Суэб. И я женился на Шафике. Моя вторая жена. Она должна была принадлежать сыну нашего хозяина. Он увидел ее. Он знает, что я женился. Он сейчас со мной ничего не сделает. Одил им больше мешает. Я им нужен пока. Но если не будет Одиля, не будет и меня. Накрою их, Куманон Суэйб. Пошел ты. Накрою их, Куманон Суэйб. Свой полк выручи. Меня выручите, Куманон Суэйб. Стоп. Зачем же ты женился? Я думал, они не вернутся. Ладно, пока останешься у нас. Я не могу, Куманон Суэйб. Они думают, я в город поехал. Если я не вернусь, они вырежут мою семью и уйдут. Отдай автомат. Жаков Куманов свой. Извините, товарищ майор. Ваш. Да, это мой. Ну что, давай обрежать, поднимай. Миш, ты что? Что еще за фокусы? Миш, уйди отсюда.
Ну нельзя здесь, говорят тебе. Я хотел узнать, Стеклов как. Плох твой, Стеклов. Сейчас начнем. Вали, майор, не мешай работать. Через два часа придешь. Сука, ваш капитан. Non, bitte. Водки шла как Ахелли, его южная часть, дом у реки Мельница. Здесь располагаются представители из-за кордона. Что они предпримут, неизвестно. Но оставлять их опасно, учитывая выход полка и относительную уязвимость полка во время выхода. Приняло решение продвинуться с силами разведроты на броне вот сюда. Здесь рота разделяется. Один взвод отсекает южную часть кишлака от северной, где дислоцируется отряд Адиля. Другой взвод проникает в южную часть кишлака, снимает посты, берет главарей, ну, далее по обстановке. Адиля не трогаем, он соблюдает нейтралитет. А если полезет? Не полезет, товарищ генерал. Кто пойдет? Майор Бандура, храбрый опытный офицер. Огневая поддержка на случай? Мы рассчитываем провести операцию бесшумно, но на случай звено Ми-24 и арт-батарея. Что ты думаешь, Джалал? Согласен. Эдик, куда? Донецк, Прибалтика, Подмосковье.
Товарищ офицер, прошу садиться. Так, готовимся к запуску. Самолет «Поток», СПУ. Один парашют. Самолет «Поток» включен на напряжение 24 вольта. Понял. В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий, едут на родину милую в землю залечь. Отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда-никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпана шпадал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться. Если сломаться, то можно нарваться и тут. Горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты, и мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана. Тоска. Вася, расскажи что-нибудь, а? Я не умею. Меня спроси, я расскажу. А ты из самого Ленинграда? Что? У тебя что, склероз, что ли? Вась, ну ты спросил, блин. Могу и не спрашивать. Да ладно, отвечу. Да, Вась, я из самого Питера. Из города трех революций. Хороший у нас с тобой разговорчик получился, а? Классный. У меня сестра в Ленинград уехала. Работает там в прачечной. Живет в общежитии, по лимиту. А другая в Москву, тоже по лимиту. Ага, знакомое дело. Домой хочется. Мать пишет, отец пьет по-черному. У меня, Паша, слава богу, вообще нет. Видишь, какой я смуглый? Может, и не русский. Не знаю, какой национальности. Да и мать не говорит. Тоска, Вась, а? Ну, расскажи, что там еще хорошего у вас в деревне-то? Ха, ну что? Места красивые. Да, места красивые. Почта. А, почта. Кино привозит, если дорога не раскисла. Угу. А так, телевизор, конечно. Понятно. Слушай, а как там у вас с бабами-то, а, Вась? На синовальчике-то? С бабами плохо. Разъехались все. Как 15 стукнуло, так и в город подались. А у нас с этим делом старина элементарно. Бля, отработал вечером, идешь на дискотеку с капустой, с бутылкой. Понял? А капусту зачем? Закусывать? Дурак ты, Вася! Капуста — это деньги! Понял? Деньги! Ну, блин, ты что? А дальше? Что дальше? Ну, прабаб. А, прабаб. Ну, дальше, возможно, варианты. Берем барышню из медучилища. Ну, везем ее в кафе «Парус». Ну, а потом на хату к дружбанам. Но вариант проще. Берем лимитчицу, ну, едем с ней в общагу. Ну, если их неохота, то можно и в парадном. Вот таким вот макаром.
Я тебе скажу, что лучше в общаге. Была там у меня одна такая, Изабелла Анисимова. Я с ней целую неделю ошивался. Как я только не пялил. И так, и так. Кстати, фамилия на твою похожа. Только ты Онисимов, а она Анисимова. Хорошая была малышка. Потом товарищ передал. Здорово. А белая или черная? Да хрен его знает, Вася. Они же красные все. А глаза голубые? Да ты прям поед. Что я в глаза столько смотрю? Ты же, сука, мою сестру Петрушу. Ты что, Вась? Вась, я же тебе говорю, это была Изабелла и Анисима, Вась. Она, дура, все время хотела себе имя поменять. Не хотела, падла, быть Галкой. Ты что? Вась, подожди. Да мы с тобой вместе на... Да ты же меня вытаскивал, когда я ногу подвернул, помнишь? Да, Вась, да ты что? Подожди, какая она у тебя была, большая или маленькая? Маленькая. Да вот видишь, а у меня вот такая тетя была вот с таким вот тетером. Да ты что, Вась? Да у Галки тоже грудь была. Нет, я верю, что Галка не без грудей. Так я говорю, что у меня большая была вот такая вот тетя. Ты же говоришь, Галка маленькая. Ну, маленькая или большая? Ну, вот видишь, а у меня большая была, Вась. У меня вот такая вот тетя была, Вась. Так маленькая или большая? Маленькая. Ну, вот видишь. У меня, Вась, большая была. Да что ж за тоска такая, Вась? Ложись, Василий! Ты что, Денис, там же нет никого! Должны быть, давай их бляди, из пулемета поливай! Все, говорю, уползли они. Денис, может, там никого и не было? Может, никого и не было. И ужинает, сидит на жену ноль внимания. Она уж и так, и эдак. Она уж голая разделась его, встречая один раз. Другой раз она марафет навела такой, что... драгоценность нацепила, он все равно. Ноль внимания. Тогда она взяла и придумала, надела противогаз. А он все равно, как будто ничего не происходит. Сидит, она говорит, дорогой, ты не находишь во мне никаких перемен? Он говорит, так, смотри, ты что, брови, что ли, выщипала? Это еще такой анекдот. В Кабуле мула сидит, правоверные говорят, Аллах Акбар. А он отвечает, воистину Акбар. Давайте, товарищи, теперь выпьем за тех, кто сейчас на боевых. Так точно, товарищ генерал, за тех, кто на боевых. Джалал, еще от одной не откажешься? Мухаммед запретил пить вино. А про водку ничего не говорю. Ничего. А за такой тост, конечно, я выпью. Молодец. А ты, майор, чего половинишь? Ему утром кишлак, товарищ генерал. Ничего, Бандура, через пару дней манатки в зубы и домой из этой сраной страны. А половинить в Союзе... Ты, Виктор Михайлович, думал, о чем говоришь? Не понял. Извини его, Джалал. Он у нас, когда выпьет, заговаривается. Ничего. Ну, я же в другом смысле, дорогой. Все нормально. Ладно, проехали. Как там Стеклов? Плохо, товарищ генерал. Войну начинают политики, а умирать приходится военным. Войны без жертв не бывает, и они еще будут. Но мы должны сделать все, чтобы их было меньше. Давайте за тех, кто не вернулся. Ну, ты чего, Джалал? Вечером-то и в Рамазан можно? А у меня семья в Кандагаре. Еще не перевез? Ну, давай вези их в Кабул. А из Кабуля куда? А в Кабуле ты возьмешь автомат и будешь защищать свою семью сам. Ты что-то сказал, майор?
Я сказал, что он взял автомат и защищал свою семью. Выйди на улицу, майор, проветрись. Где же нога? Ноги у него, положим, не было, когда привезли. Сознание? Временами. Можешь поговорить с ним. Никита. Никита. Жить будет? Да. С танцами напряженка у него будет. И острова нельзя. А так моя медицинская академия гарантирует. Спирту выпьешь? Ну, я выпью. Мне бы с Катей поговорить. Ладно, недолго. Хочешь сказать? Ну, дорогой, смелей. Мы уже попрощались. Я найду тебя в Союзе. Ну, а как же жена? Дурак ты, Миша. Я тебе не нужна. Ты еще, может, генералом станешь? Раздумывая быть генералом. Я найду тебя в Союзе. Пойду я. Хочешь покурить, майор? Возьми, мне не жалко. Но все равно я на всю эту вашу войну и на вашу армию и на тебя, майор, положил. Ясно? Но ты вытворяешь, Мишаня. Ты же весь полк чуть под монастырь не подвел. Ты что, ни один хрен был, что нес этот афганоид, а? Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Прошу заменить меня на завтрашней операции.
Я ногу натер. Ты что, перетрухал, что ли? Нет. Могу показать. Сейчас. Вот, балдырь. Хромаю. Значит так. До выхода осталось 2 дня. Так вот эти 2 дня можешь отдыхать. Можешь сидеть дома. Можешь. Только не попадайся мне на глаза. До Союза. Стоять! Там, я думаю, нам уже вместе служить не придется. Вот ты где у меня! Ваши дети. Идите. Ступай, возьми. Ребят. Конечно, только быстрее, бегом. Сынок, через минуту мы должны быть у моей бочки, а через 2 за шлагбаумом. Да как же? Вперед! Делай, чего велят! Арсенов! Ребят, далеко не уходить! Дай карту. Так. Машину ставим здесь. Я пойду по этой дороге. А ты со своими сюда. В 5 утра встречаемся вот здесь, в кишлаке. Понятно. Давай. Поживее, ребята! С Богом! Нравится мне с вами воевать. Со мной ли вообще? Вообще нравится. А с вами особенно. Просто, понятно. И потери небольшие. Сплюнь. Ты что на гражданке будешь делать? Ну, в армии, наверное, останусь. А мне бы швейцаром. Хороший ресторан.
Как это? Зачем? Бесплатное питание. Красивые бабы. Парфюм. Еще это чаевые. Я был бы классным швейцаром. Самая работа для отставника. Генерал Арсенов, осади назад. Шутите? Подъем, ребята. Пошли. Хочется. А мне ссать. Терпи. Я уже 2 часа терплю. Через очередь. Быстрее, быстрее. Давай, давай, Иванов. Руку. Сел, посидел. Если я сяду, то не стану. Давайте, товарищ майор. Что у меня с ногой? Держись, сел. Терпи. Ты и ты останься с ним, когда мы скроемся за гребнем, вызывайте вертолет. Товарищ майор, не оставляйте меня. Сел, нам нужно идти. Я умру. Скоро будет вертолет. Оставляйте меня. Товарищ майор. Подождите немного. Ребят, идти надо. Товарищ майор, не оставляйте меня, я умру. Товарищ майор. Не оставляйте меня. Товарищ майор. Не оставляйте. Мишка, давай быстрее. Смотри. О, ты что здесь толчишь? А куда мне? Я уже вещи собрала. Сейчас. На, сделай ему укол, а то он зубами скрипит. Потерпи, сейчас полегче будет. Почему он так делает? Он у него 2 пули, а руки те. А у меня оскол и руки. Давай, успокойся. Спи. Спи, сестричка. Сейчас, родной, сейчас. Ну, нету холодной, увезли холодильники. Потерпи, дорогой. Долго еще. Ну, вот самолет прилетит и уедем. Самолет пришел.
Попков, Попков, не спи, не спи, скоро поедем. Ту-ту. Можно взять, почитать? Да, конечно. Ну, держи! Привет, у тебя много еще? Нет, немного. А у меня что-то уже есть. Боже. Боже, я тебя прошу, сделай так, чтобы он остался жив. Господи Боже, сделай так, чтобы он остался жив. Потом неизвестно, что будет. Подумаешь, напишешь. Я вас лучше вспоминать буду, товарищ подполковник. Ты не хорохорься. У тебя же нет никого. Я же читал твое личное дело. Ну да, лучше, чем здесь, мне уже не будет. Я ведь не о том. А я о том. Телевизор, да? Найди меня, найди меня. Найди, 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 найди. Так, Адиль, это все. Какого черта он здесь оказался, а? Сейчас его духи начнут воевать всерьез. Дай радио. Арсенов, уходи! Арсенов! Саша, держи. Понял, понял вас! Куда, блин? Адильские духи, я ребят потеряю. Уходи! Уходи! За мной!
Вот они. Нормально. Сейчас уйдем. Вызывай Арсенова. Ромашка, я первый, ответь. Ромашка, я первый, ответь. Товарищ майор, Арсен с Ивановым в кишлаке остались. Она. Сейчас все ляжем. Обжиг тысячу. Взводом на батальон попрем. Ой-я. Иванов, твоя мать! Я тебя по всему кишлаку ищу. Ранен, что ли? Иванов! Ребят, надо идти. Надо так надо. Идем, Вась. Пошли. Все лишнее бросьте. Помоги, пожалуйста. Пошли. За мной. Давай. Понял. Василий!
Вася, пусть. Вася, слышь меня? Вася, подожди, не умирай, Вася. Вася, Вася, я соврал тебе тогда. Не было у меня никакой Изабеллы, Вася. Слышь, я пошутить хотел, Василий. Не было у меня тогда ни большой, ни маленький, Василий. Важно это, Василий, важно. Не умирай, Василий. Пойдем. Я сам. Тесан, выходи, Банкура. Выходи скорей. Тесан. Я лохе!
страница, как понял? 44-й, как понял? Понял. Уходим, уходим, ребята! Приходите, уходим! Yeah.